Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вітайте у нашій студії психолога Марину Смирнову. Доброго ранку. Здравствуйте. Яка сьогодні буде говорити про профорієнтацію підлітків. Скажімо так, тема актуальна завжди, тому що щороку у нас закінчують навчання школярі і роблять такий собі, я б сказала, можливо, один з найважливіших виборів у житті, куди вступати, яку професію обрати. Ну і вже у нас, в принципі, весна, вже актуально піднімати це питання. Скажіть, будь ласка, в принципі, як відбувається вибір професії? От на рівні дитини, ну і, можливо, її батьків все ж таки. Ну да, правда, потому что, наверное, в выборе профессии участвуют не только дети, но и родители. И правда, согласованность вот действий и детей, и родителей, она очень важна. И правда, ребенок может выбрать профессию, исходя из разных там, мотивов, побуждений. Но если вот говорить в идеале, как ну, должно происходить. Как... Давайте с этого почнемо, да, это да. Має відбуватися. То, ну, правда, выбор профессии можно разделить на 4 этапа. Первый – это то, когда ребенок ну, действительно искренне осознает, понимает, что ему нравится. Тобто я все життя хочу бути космонавтом, наприклад. Вот, например, да. Ну, то есть очень важно, чтобы на этом этапе не происходило никакой критики желаний и потребностей ребенка. Потому что действительно прислушаться к собственным желаниям очень важно для того, чтобы потом выбрать ну, то, что максимально приближено к реальности. Хочу быть космонавтом, всегда мечтал там, фотографировать, мечтаю видеть себя, там, нравится разговаривать с людьми. То есть прислушаться именно к тому, что у меня вызывает удовольствие, где я нахожусь и где, ну, я правда чувствую, что, о, я на своем месте, мне это нравится. Це якби перший етап, зробити такий вибір всередині себе, мабуть, так? Знайти себе, скоріше. Вот, да, скорее вот тут хорошее слово «прислушаться». Вот прислушаться к себе. Часто на этом этапе бывает так, что ну, вот, сыпется очень много критики. Да ладно, это у меня не получится, это то не выйдет. Очень важно ее ну, вот, постараться отбросить к следующему этапу, потому что после того, как мы прислушались к своим желаниям, здорово ну, действительно протестировать реальность, протестировать себя и окружающий мир. Потому что если я, например, хочу быть космонавтом, Наскільки це взагалі реально, так? Да. Наскільки у мене хороше здоров'я для цього? Наскільки це реально в нашій країні? Є ли, ну, взагалі, робочі місця, актуальна ли ця професія? Могу ли я где-то пойти учиться? Тобто ми соотносимо ну, там, свої потребності і желання з тим, що реально нам представляє окружающий мир. Очень важно і я, і окружающий мир. Тому що, вот, наприклад, можна вибрати професію телеведущего человеку, который, ну, который не очень любит людей и общаться с ними не очень любит. Ну, если я про себя знаю, то это будет как-то нелогично потом, так? Да, коли да. Вы уже безпосередньо выйдете на рабочее место и так, не хочу ни с кем разговаривать, кто тебе в зале, чему они тут в студии, так? Вот, да, если я по типу темперамента или, ну, вот по особенностям личности больше ориентирована на себя, на то, чтобы там работать с техникой или с, там, с картинами или изучать архивы, то, конечно, работа, которая связана с общением, ну, вряд ли подойдет. То есть это какая-то адекватная оценка ресурсов своих и ресурсов окружающей среды. И очень важно здесь, ну, возможность соотнести. Вот если я, например, хочу быть очень успешным и богатым, но выбираю профессию, которая, ну, вот точно мне не поможет добиться этой жизни. Не приносит гроши. Да, но это тоже вопрос. Ну, то есть это вот как-то адекватно протестировать, что это за профессия, где я могу, ну, вот ей поучиться. Можливо, навіть треба якісь списки складати, чи це якось так у розумі просто собі треба думати? Ви чи написати там за і проти? Ви знаєте, от я би на вот этом етапі дійсно использовал бы максимальное количество ресурсов. Сейчас, благо, интернет полон разных социальных исследований, есть чудесные бизнес-порталы, на которых можно почитать, какие вакансии, какие специальности наиболее популярны сейчас и в Украине, и в мире, и в Европе. То есть эта информация открыта, и здесь, правда, можно посмотреть по профессию более детально, какие она требует
качества. Тобто, от, якщо в тебе є там якесь ідеальне уявлення про того, яким повинен бути бухгалтер, то це ще не 100%, що дійсно ця робота буде такою. Тобто почитати про неї, так? О, это вот мы когда поговорим про ошибки на пути выбора профессии, действительно очень важно, ну, довіряти достоверним істочникам інформації. Зрозуміло, тоді до цього повернемося пізніше. Наразі у нас третій етап. Тобто, коли ми вже визначилися із своїм внутрішнім голосом, скажімо так, співставили це із реальністю, наступне. Следующий этап – это, собственно говоря, выбор. Это когда я действительно, вот у меня, например, передо мной там 5 профессий или 6, ну хорошо, если это одна, я сразу определилась, то мы просто, это, ну вот третий этап, он скорее выходит из первых двух. То есть он говорит, ну хорошо, я, наверное, буду кем-то, я, наверное, буду врачом, я, наверное, буду юристом. И очень важно здесь следующий, четвертый этап. Я сталкиваюсь с тем, что на четвертом этапе удивительным образом возникает еще больше проблем, чем на первых двух. Четвертый этап, он, ну как, он про то, а получаю ли я истинное удовольствие от того, что я выбрал именно эту профессию. Бо мені ж цим займатися все життя. Вот, вот. И часто люди, ну вот, возможно, буду верить, что сейчас это случается все реже, идут учиться в вуз, видят, что это не их профессия, не их специальность, и ничего с этим не делают. Тобто я вже поступив, так, вже там витратив якісь гроші на навчання, та нічого не буду змінювати. Вот, да, и фактически обрекая себя на то, что, во-первых, в высшем учебном заведении они занимаются не очень любимым делом, они не получают интереса. А из того прогулы, так, потім якісь там погані оцінки и так далее. Хотя на самом деле можно найти массу ситуаций, поступить на второе высшее, перевестись на другую специальность в этом же вузе. То есть четвертый этап связан с тем, что а получаю ли я удовольствие, то ли это, правильный ли я выбор сделал. И этот четвертый этап позволяет, ну, прийняти на себе відповідальність і, якщо що, щось змінити. Тобто психологи все ж таки радять не боятися та змінити, поки це ще можливо, і бути там максимально безболісно для дитини там, чи для підлітка. Ви знаєте, от взагалі вибір професії, він чому такий складний? От чому про нього говорять і говорять, що ну, стільки проблем зв'язано з цим? На самом деле, ми-то вибираємо професію не із времени сейчас. Мы выбираем профессию, которой мы будем заниматься через 5-7 лет. Ну, то есть после обучения, после того, как я получу какой-то конкретный опыт, я тогда буду совершенствоваться в этой профессии. То есть я сейчас выбираю то, чем я буду через 7 лет, ну, чем я буду заниматься. И поэтому очень важно на каждом этапе быть ориентированным, ну, вот здесь и сейчас, в реальность. Потому что если мне, ну, там, сейчас не подошло, не нравится, то я тогда сейчас могу что-то изменить, чтобы мне потом было легче. Потому что очень сложно подростку в там, 16-15 лет фактически предопределить последующие 10 лет жизни и найти своє призвання. Тобто людина може так просто сидіти і думати, ну хай воно там стерпиться, злюбиться, можливо, я там щось краще розберуся в професії, і потім все піде по маслу. От піде чи не піде таке? От якщо це осознаний вибір, якщо я дійсно ну, віддаваю себе відчет в тому, що зараз мені вот это не дуже подобається, но я готов это стерпеть, потому что мне кажется, что в последующем у меня есть вот такая перспектива, вот такая, вот такая. Тогда отлично. Если это происходит неосознанно, и я просто, ну вот как-то выбрал и иду, то, ну, тогда возможно проблемы. Все ж таки краще замислитися на тому етапі, коли це ще можна змінити, так? Да. Наступне якраз питання стосується помилок у виборі, от те, що ми почали говорити. Про наші очікування, можливо, від професії, які потім не 100% складаються, так, як ми цього прагнемо. Да, ну вот если мы будем говорить про ошибки, то действительно они, ну как к каждому этапу их можно подвязать, что действительно, ну вот на первом этапе, когда мы распознаем собственные интересы, да, желания, то действительно такая вот ошибка, да, это незнание себя, незнание своих возможностей, своих каких-то потребностей, желаний, тут
как я там передаю привет родителям, потому что родители – это те люди, которые могут помочь ребенку действительно прислушаться к себе. Я могу понять, ну вот, что мне нравится, что мне не нравится, когда я, ну, много чего попробовала, например, там, пошла на тот кружок, на ту секцию, там посмотрела, там почитала, тогда мне легче, ну, вот, себя как-то найти, понять, о, я там была, мне понравилось, там, там была, ну, прям вообще. Ну, там, зовсім не те. Да, там вообще не то. И для родителей очень важно, ну, вот на этом этапе открыть перед ребенком какое-то максимальное количество возможностей, ну, узнать себя. Тобто такі собі запропонувати варіанти, так? Предложить варіанти, і які були б, можливо, зв'язані навіть не з вибором професії, а просто з тим, щоб ребенок краще узнавав свій внутрішній мир, свої якісь личностні качества. Там, наприклад, віддавав собі отчет в тому, що він більш скромний або більш активний, що він любить общаться з людьми або не любить общаться з людьми, що йому подобається техніка або йому подобається природа, наприклад. Ну, це те, що можна протестировать самому, можно даже и к психологу обратиться на этом этапе. Есть прекрасные методы диагностики, есть прекрасные тесты, которые есть общение, при котором можно на это все выйти. То есть это абсолютно реально, каждый может. Я думаю, что на самом деле у каждого подростка можно спросить, що тобі подобається, вони відповідають. Ну, от, ну, от многі. Просто, мабуть, ви говорите про те, що дійсно батьки можуть дуже допомогти у цьому, да. Але я думаю, що можуть і нашкодити, тому що, ну, знаєте, деякі так кажуть, та тобі 15 років, що ти взагалі розумієш в цьому житті, ось послухай мене, у нас там у родині усі лікарі, і ти йди на медичний. О! Такий собі момент. Да, да, это вот на, это ошибка в основном третьего этапа, когда мы принимаем решение, кем же все-таки стать, кем быть. И правда, на этом этапе можно ориентироваться, ну, первый вариант, на себя и на свои ресурсы, ресурсы среды, да, о чем мы говорили, что мне нравится и как я реально могу это получить. А можно ориентироваться действительно на то, что если есть там династия врачей, династия военных, такі це професії, які дуже зв'язані з покоління в покоління передаються, да, сімейними традиціями, то тоді виходить, що роль в виборі професії, определяючу роль, грає не потребності, інтереси дитини, а скоріше сімейна традиція. Дуже важливо, що це неплохо, ну, так може бути. І дитина дійсно може вибрати професію, піти по династії і бути щасливим. Но тогда важно отдавать себе в этом отчет, что я скорее иду по династии, чем, ну, опираюсь на собственные там чувства, собственные потребности. Але можна йти от проти бажання батьків? Як тут знайти спільну мову? Ну, якщо уся сім'я вірить в те, що ти підтримаєш ідею, так? А ти тут кажеш, що я хочу бути художником, не піду я в лікарі. Да, тогда вопрос к родителям. На этом этапе, потому что, во-первых, для кого они выбирают профессию? Ну, это такой первый этап. Ну, для себя или для своего ребенка. И на самом деле родителям здесь очень важно прислушаться тоже к себе и к собственным чувствам. Почему я не могу поддержать своего ребенка? Ну, тобто, там, що мене стримує, чи що мені не дає це зробити? Що мені не дає? Возможно, якщо це там, ну, папа или мама, может быть, они сами хотели стать художниками, но их в какой-то момент остановили их родители, и теперь они не могут позволить своему ребенку быть художником. Может, это какая-то их личная история. Может быть, например, вот мы обсуждали как раз перед эфиром профессия пожарника, когда родители могут реально бояться за жизнь ребенка, ну, и сдерживать его из тревоги того, что что-то произойдет с ним. Или, ну, не знаю, там, какие еще там чувства, побуждения. То есть важно прислушаться к себе и скорее ребенку сказать о, ну, своих чувствах и переживаниях. Например, там, я тревожусь за тебя и за твою жизнь. Или, слушай, я боюсь, что ты выберешь профессию, в которой я никак не смогу тебя поддержать. Тебе придется идти самому. И я, ну, правда, тревожусь. Ну, вот хоча там, например, в іншій могла б допомогти, например. Да, так? Да, а тут я тебе помогу. И
вот такой честный разговор с ребенком, он может намного больше пользы принести, и он действительно такой откровенный, и ребенок, понимая истинные мотивы родителей, к ним прислушается. Потому что если я услышу фразу мамы, что «слушай, я за тебя боюсь», она будет для меня, ну, намного более какая-то честная, открытая, чем «нет, ты туда не иди». Просто ні. Тобто, ну, треба, да, пояснювати все ж таки, так? Да. Аргументувати, да, чому так, а чому інакше. А мені здається, на цьому етапі гарно якраз звертатися до спеціалістів, так, тому що не завжди батьки і діти можуть знайти спільну мову, угу, тим паче про підлітків кажуть, що вони такі вибухові, вибухонебезпечні і часто не готові слухати батьків. Это правда, действительно, потому что в подростковом возрасте авторитет родителей стремительно снижается, подростки, и это нормально, это возраст. Они скорее ориентированы на общение со сверстниками, они, им важно занимать какое-то место в коллективе свое. И тут, правда, родителям нужно как-то искать, находить вот пути для взаимопонимания. Но если между родителями и детьми доверительные отношения, если это отношения, в которых родители готовы слышать своих детей, есть очень высокая вероятность того, что в таких отношениях и дети готовы слушать родителей. А вот все ж таки, як фахівець, ви порадите батькам, ну, навіть попри свої там, можливо, якісь побоювання там чи якісь причини, їм треба поступитися? Чи все ж таки от додавлювати дитину для того, щоб вона дійсно зрозуміла, чому ні, і, mm-hmm, все ж таки погодилася, що ні, не буду? Ви знаєте, як спеціаліст, я точно не даю чітких советів і рекомендацій. От як точно правильно поступати. Да, как... Психологи так само. Вот. Очень важно разбирать и действительно прислушиваться к каждому конкретному случаю. Потому, mm-hmm, что такие загальные якусь рекомендации тут важко дати. К сожалению, да. Будет, ну, неправильным сейчас сказать, что я там рекомендую, советую всем родителям идти за детьми. Это отношение, это вообще, ну, отношение договора. Это когда я готова слышать, меня готовы слышать. И тогда вот в этом обсуждении может родиться истина. То, что я точно советую, это я советую обсуждать и разговаривать честно. Вот это важно, потому что если я, например, хочу быть художником, то задача родителей может быть на этом этапе, кстати, вот, да, очень классно, познакомить ребенка поближе с этой профессией, сводить его там в галереи, пойти познакомиться с каким-то художником, порасспрашивать его про то, в чем заключается, ну, его профессия, как он работает, сколько денег он зарабатывает, где он учился. То есть и тогда родитель и, ну, и поддерживает интерес ребенка, во-первых. Во-вторых, родитель сам лучше разбирается в этой профессии. Можно разуметь это. Да, потому что я же, ну, как взрослый, я же не все профессии знаю. Ну, звучит. Вот, да, и я могу вместе с ребенком разделить его интерес. И потом можно сесть за круглый стол и обсудить. Ага. Тогда уже может дитина и сама скажет, та ні. Мне тут сказали, что я зарабатываю там на картине 300 гривень на месяц, и не влаштую такий вариант. До речі, це теж такий аспект про те, які гроші потім буде приносити тобі твоя робота, тому що це твоє подальше життя. А чи існує зараз якийсь перелік, наприклад, актуальних професій, де його можна знайти, от, можливо, виходячи із того, вже обирати для себе майбутні задачі ставити? Вот я бы только на это не ориентировалась, потому что сколько бы работа не приносила денег, если она не приносит мне удовольствия, то это прямой путь к эмоциональному выгоранию, потому что только финансовая мотивация, она, конечно, ну, достаточно сильная, но если работа не соответствует моим желаниям, если она не соответствует моим особенностям, то, ну, это фактически я нахожусь постоянно в ситуации стресса. Но действительно есть перечни самых высокооплачиваемых, самых востребованных специальностей в Украине. Они очень богато представлены на бизнес-порталах, вот, в интернет-пространстве. Я когда готовилась к эфиру, всех там посмотрела, помониторила. Конечно, сейчас самый высокооплачиваемый наемный труд в Украине – это, безусловно, IT-сфера. То есть это информационные технологии, это особенно разработчики программ. Вот, и там, конечно,
плюс этой работы в том, что оплата идет от иностранных инвесторов. То есть она... А, відповідно, в іноземній валюті. Да, да. На, к сожалению, в наших реаліях это способствует тому, что зарплата все время растет. Угу. А це може батькам сказати, знаєте, які скаржаться на дітей, які постійно сидять перед комп'ютером, можливо, вони якраз роблять крок у своє майбутнє зараз, а не просто граються. Кстати, да, я, есть очень интересные вот данные по поводу того, что какие специальности сейчас популярны, но которым не учат. И одна из этих специальностей, там буквально в топ-5, это дизайнер компьютерных игр. Вот человек, который создает вот эти вот компьютерные миры. И действительно, в этом плане увлечение ребенка можно превратить в хорошее прибыльное дело. Ну, если круто. Его, да, если его там ну, насадить, да, на какую-то образовательную базу, пойти обучиться, понять, можно действительно, это такое прекрасное хобби, которое приносит деньги. Чудово. А, небагато часу у нас залишається. Можливо, є якісь ще аспекти, які б ви хотіли відмітити, на що звернути увагу під час вибору професії і підліткам, і їх батькам? Я бы посоветовала при выборе профессии учитывать максимальное количество информации. И информации и от себя, и от других людей. И правда подойти к этому вопросу осознанно и ответственно. Но очень прошу родителей не спешить, потому что часто у детей спрашивают и просят их определиться, ну вот там в классе там 5-6. А на самом деле, ну вот процесс выбора профессии, он актуализируется уже в старших классах, то есть до там, ну это вот 9-10-11 класс. Это то время, когда вот хорошо об этом там разговаривать, выбирать, определяться, потому что до этого подросток, ну подростку очень сложно, и во-первых, свои собственные возможности оценить и сориентироваться в многообразии профессий. Ну вот, и классно, если вот там родители задаются этим вопросом, там 5-7 класс, то для ребенка скорее будет хорошо, если он, ну просто вот расширять его кругозор. Угу. Общаться сразу... Пробовать побольше всего разного, так? Ну или знакомить его, да, с разным там, с тем, есть, потому что тоже, понимаете, вот, например, профессии династий. Почему часто, ну там, мама врач, папа врач, дедушка врач, я выбираю врачом, потому что я не знаю другой профессии. Ну, я для, в моем, я звик, да, после школы идти до мамы, так-то сидеть, да, в ней, да, на работе, у лекарни, и знаю, что это такое. Да, и поэтому, если есть идея того, чтобы ребенок выбрал какую-то другую специальность или выбрал то, что ему нравится, хорошо его там знакомить, поддерживать в том, чтобы он узнавал мир и узнавал, потому что сейчас вот и тоже последнее скажу, потому что очень интересные данные. Сейчас самые большие исследования и самые, ну вот, современные происходят на стыке двух специальностей, казалось бы, несоединимых. Ну вот если там, например, это там эколог и физик, это там, например, психолог и лингвист, это вот сейчас, ну вот просто пик популярности. И если ребенку нравятся, казалось бы, несочетаемые какие-то вещи, то возможно, ну, как-то искать поддержку и того, и того, того, и того. И как раз вот на стыке может произойти какой-то взрыв, может произойти что-то очень интересное. Потому что сейчас вот самые вот востребованные и специальности в будущем, они как раз связаны с соединением, казалось бы, несоединимых специальностей. Мабуть, це з тим і пов'язано, що люди не можуть все ж таки визначитися, да, до кінця. Да. І тому навіть нам такий сучасний світ диктує нові правила в виборі, да, професії. Що ж, я дуже дякую за розмову. Впевнена, вона була корисною і для підлітків, і для їх батьків, які, можливо, прямо зараз роблять вибір професії на своє подальше життя. Вам, шановні, нагадаю, сьогодні спілкувалися із психологом Мариною Смірновою. Ще побачимося у наших ефірах, я впевнена. І ви також не перемикайте телеканал «Місто», ми йдемо далі.